Нет, 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 к сожалению. Я потом скажу, где их можно взять. Хорошо? Да. Нет. Я вам всем другое потом в конце подарю. Хорошо? Да. Ребята, готовы? Я сейчас я включу здесь вспышку, и вы посмотрите, изменилась радуга или нет. Давайте посмотрим. А вот так. Прикольно. Да? Все такие, да. Очень красиво. А теперь включите ваши точечные светильники. Посмотрите все на светильники. Теперь здесь, да, видно, здесь точечный источник света. Поэтому здесь, друзья, только на дне рождения Вани мы видим много-много радуг. Аплодисменты! Да, это означает, что ты очень яркий, светлый человек, да.